Дорогие друзья, я хочу вам показать, как правильно принимать гранатовые корки. Гранатовые корки мы применяем как антипаразитарный сбор, как антибиотик при разных показаниях. Это может быть отравление, любое, острое, хроническое, тошнота. Это может быть при заболевании. Когда начинаете заболевать, вы чувствуете, что вы заболеваете, вы просто пьете гранатовые корки. Если вы их насушили, и они у вас есть, то вы пьете засушенные. Это один способ применения. Просто берете, чистите полностью кожуру, чтобы не было ничего. И это сушите, вот опять на тарелочке. Вот они у нас высохли, они сохнут 2-3 дня. Потом измельчаете и убираете в посуду. Если у вас нет сушеного граната, берете свежий гранат. Ну, мы все продукты озонируем. Поэтому моете мылом, озонируете, если у вас есть озонатор. Чистите, это можете съесть или у кого-то угостить. Очищаете точно так же свежую кожуру. Завариваете один гранат, маленький, большой, неважно, вот эту вот кожуру, заливаете 200 мл воды, кипятите 10 минут, процеживаете, 50 мл выпиваете, через полчаса выпиваете еще и еще, то есть 3 раза у вас по 50 мл, это получается 1,5 часа уходит. Это на один курс. Потом его можно повторить несколько раз в день. Эту кожуру вы не выбрасываете. Опять ее можно заваривать несколько раз. Если это вот свежее. Если вы берете сушеный гранат, берете вот такую обычную чашку, 250 мл, не больше. Измельчаете туда вот просто гранат сушеный. То, что у вас измельченный, полную. Заливаете кипятком, настаиваете 10 минут. Процеживаете, выпиваете. И вот так надо выпить 5-6 раз. Вот это вот так мы принимаем гранатовые корки. Спасибо.